Всем привет! Очередной обзор моей старой скороварки. Ручка тут давно уже отвалилась. Вот некоторая доработка крышки. Тут было два клапана. Один оставил, который рабочий свистит. Вот этот удалил и здесь сделал штуцер. Это когда нужно самогон перегнать. Шланг вставляется и дальше там уже... Ну, видео у меня есть такое. Это кто хочет, может посмотреть. Но в данный момент я сейчас заблокировал вот эту дыру, чтобы вот от резинового шланга болт... Чтобы здесь ничего не проходило, мне надо сейчас режим скороварки. Ну так-то я уже тушенку делал из них. Стелил маленькое полотенчико. И вот так вот 4 банки сюда вмещается. Мясо со солью, со специями ложишь. И накрывал крышками. Сверху еще полотенце, чтобы крышки не открывались. Бывали такие случаи. Закрывал и все. И на час они меня томились. Тут тушенка получалась. Никогда ничего не взрывалось, не вздувалось. А сейчас я хотел немножечко упростить дело. Я теперь хочу попросить сделать автоклав из него. Плюс в том, что не надо вот это горячее вот доставать, вот это обжигаться, вот горячие вот эти крышки стерилизовать. Там надо еще, чтобы я еще бульон добавлял, там все выпаривалось из банок. Это дополнительно еще время проходило. Но, как мы видим, здесь все 4 банки сразу здесь не вылазят. Это для автоклава. Если мы уберем одну банку, А3 замечательно входят, выходят. Для этой конструкции вот сделал вот такие 2 ржавых диска. Они пока ржавенькие, это экспериментальный вариант. Такие шпильки подготовил еще весной, это у меня задумка была. Это просто вот так, если соединить. Каждое отверстие вот это... И будет сама конструкция такого мини-автоклава. Ну, тут можно затягивать это пока экспериментально, так, без крышек, без всего, я ничего не закрываю. Очень ходит это, как прямо в мультфильме. О, ходит. То есть выходит, то есть входит. Так, немножечко какой-то материал попробовать найти, чтобы вот, а то я сильно затянешь, я думаю, стеклу ничего не будет. Вот если что, вот, или так же оставить. Ну ладно, попробуем так пока оставить. На канале на YouTube, там есть такая вкусная минутка, и мне что-то показалось, попалось видео, и очень здорово там это скумбрия, лук, морковь. Закатываться в чистые банки, закатываться, закрывается и ставится на скороварку. И как он засвистит, свисток, 20 минут, и можем выключать, и все, и забыть. И когда уже остынет градусов до 40, мы достаем и смотрим, что получится. Ну, добавим, конечно, туда лавровый лист, горошком, перец. Вот это нужно просолить. Ну, пока все. Вот лавровый лист посолили, душистый, горошек, перец. Сейчас мы накладем поплотнее рыбку, где-то до половины объема вот этой. А сейчас такая морковочки. Лучка. И остатки опять. Рыбкой. И теперь добавим на каждую баночку, нальем подсолнечного масла. Ну ладно, сейчас закатаем. Проверим, так вот, покрутим от руки. Вроде ничего не выпячивается, резинка не вылазит, все нормально. Здесь вроде тоже. Ну все, теперь можем будем составлять. Но только я хочу все-таки, наверное, подложить тряпочку-то вот. Под низ. Все-таки я думал, вдруг стекло сильно давится и надеюсь, кстати, треснуто, наверное, не треснет, но думаю, как раз подойдет. Сейчас я все-таки сделаю сюда.
костер. Давайте попробуем ставить. О! Теперь поставим на огонь. Вот примерно все, затопили. Сейчас самое главное, чтобы крышка закрылась. Но вроде все мерил, чтобы закрываться она. Да, все отлично. Огонь зажгли, ставим на огонь. И все, ждем свистка. Вот этот клапан будет свистеть. 20 минут свистит, ну мы 30 минут оставим, ладно. Пусть 30 минут свистит и отключаем до полного самопроизвольного остывания. Все, 30 минут прошло, газ выключаем и до полного остывания. Почти сутки прошли, все остыло до комнатной температуры. Ну, теперь вскрываем, посмотрим, что там. Ну, я думаю, сейчас нужно нам вскрыть одну и посмотреть, что будет. Сейчас подготовим тарелочку. Неплохо. Ну что ж, можно попробовать что-нибудь с другими рыбами попробовать. Очень ничего, очень достойно. Консерва получилась.